Привет. Ты нас еще не забыл? Мам, ну ты что? Да больше полгода уже не виделись. Променял нас на столицу. Мам, ну ты знаешь, что я работаю. Ничего не поделаешь. Как у вас дела? Ну, нормально. Привет, Оля. Тебе привет от отца. Его бронхит замучил. Мы скучаем по тебе очень. Может, ты все-таки приедешь? Ну, пока не получается. Мам, работа есть работа. Ты сама знаешь. В этом весь отец. Мам, я устал очень, спать хочу. Давай позже поговорим, а? Ну, хорошо. Только будь осторожен, пожалуйста. Береги себя. Да, мам, обязательно. Ну, пока. Пока, мы целуем. И я вас. Две водки. Ой, сори. Отличная атмосфера. Обожаю это место. Давно хотел тебе сказать, забей ты на эту работу. Ну не нравится, брось, потом новую найдешь, ну. Друг мой, с этим теперь проблем нет совершенно. Ты же знаешь, у меня все схвачено. Я подумал и решил, что эта работа, она меня полностью устраивает. А вот это правильно. Узнаю своего провинциального друга. Слушай, Ник, а ты мне скажи, кого ты там вчера трахнул, а? Да, ну серьезно. Хорошо, баба, работаю.
Ничего, нормально. Ну и слава богу. Полный отстой, а. Вот думаю, когда я уже все это брошу. Да ты не думай об этом, раз тебе это приносит удовольствие. А тебе не кажется, что мы в последнее время стали слишком много пить? Ты эти свои мысли оставь в этом шоте. Выпей и забудь. Ник.
встречаемся вечером. Пап, я приехал. Один в большом городе. Заезжай к нам, когда сможешь. Ну ладно, ты, наверное, очень устал. Скоро еще позвоним. Пока. Мы тебя целуем. Я вас.